Тысячу лет назад князь Владимир отошел в вечность. 27 годами ранее здесь, на святой земле Херсонеса, или, как говорили наши предки Корсуни, произошло чудесное преображение. Буйный идолопоклонник стал милостивым, щедрым, великодушным христианином. Торжества, приуроченные к Дню памяти Крестителя Руси, не были ограничены храмовыми прославлениями равноапостольного князя. События 988 года, духовный выбор Владимира, последующее крещение Руси решительно изменило ход русской истории. А начало великих перемен было положено здесь, на земле древней Тавриды. Владимир, святой Владимир, равноапостольный, крестился здесь, принес на Русь великую православную веру, и этой верой сцементировал многочисленные княжества, достаточно разрозненные до него, и тем самым заложил основы будущего великого государства под названием Россия. Юбилейные памятные даты начались в Херсонесе трехдневной международной научной конференции «Вторыми Владимирскими чтениями». По словам ученых и духовенства, прошли не энергично и весьма своевременно. Обсуждали, разумеется, и неудобный вопрос. Кому же, собственно, больше принадлежит сегодня деятельность и святость Крестителя Руси? Самый блестящий и одновременно лаконичный ответ, по наблюдению очевидцев, был дан настоятелем Покровского храма Нижней Орианды протоиереем Николаем Даненко. Его спросили: вот Владимир, он украинский деятель или русский деятель? На что отец Николай со свойственной ему эрудицией ответил так: он Христов деятель, поэтому он принадлежит всему православному миру. И растягивать эту могучую личность по сусекам, по хуторам неприлично. Итак, крестив русский народ, святой Владимир не только ввел его в общество европейских народов, сделал субъектом истории, но в первую очередь он оплодотворил славянство вечностью. Оно получило уже иное измерение, стало дважды рожденным. Рожденным не только от плоти и крови, но рожденным от Бога. Это самое, наверное, эпохальное такое событие, которое произошло в России. И, естественно, для русского человека это незабываемо. Это должно быть всегда в сердцах всех людей. Это мнение и впечатление не академиков, а людей, родившихся в Крыму, и тех, кто в первый раз приехал в древний Херсонес. Я несколько раз специально приезжаю из Москвы в Севастополь именно летом. Это не просто праздный отдых, это действительно дань нашей родине, земле, моей семье. У нас несколько праздников в Севастополе самых главных. Это День Победы, День военно-морского флота. Я считаю, что День святого равноапостольного князя Владимира именно к этому тоже относится. И поэтому быть здесь, сейчас, в Херсонесе, именно в эту минуту, это большая честь и даже долг, мне кажется, каждого севастопольца. Первый раз я в Севастополе, и на самом деле я очарована этим городом, очарована вообще людьми, атмосферой. И сегодняшний день, сегодняшнее утро на меня произвело очень большое впечатление. Школьники из Перми, члены православного парусного клуба имени святого Федора Ушакова, прибыли в Крым на яхте. Первый раз на полуострове, и Севастополь понравился чрезвычайно. А здесь нравится? Да, здесь тепло. А чем еще нравится? Ну, тоже море, памятников много и всяких достопримечательностей, много интересного. А храм нравится? Храм, да, большой, красивый. Много памятников, интересно, много всяких памятников, военные корабли и все такое. По поручению администрации президента в рамках праздничных мероприятий Академия художеств Российской Федерации и Херсонесский заповедник организовали научно-просветительский творческий форум-фестиваль «Византия.ру». То есть Византия и ее роль в русской традиции и Византия сегодня. Как мы можем показать идеи, образы, ценности этой цивилизации на современном языке? Поэтому главная особенность этой выставки – это соединение самых разных форм выражения, от традиционных икон до мультимедийных инсталляций. И вопреки известному раздражению значительной части общества против современного искусства, мы говорим о том, что современное искусство – это в первую очередь технологии, а главное, что ты говоришь на этом новом языке. И на этом новом языке можно сказать очень важное, глубокое
а можно схулиганить и устроить художественную самодеятельность. И формы тут ни при чем. И поэтому сегодня, в 21 веке, нужно с современным человеком, в том числе и с современным верующим православным, говорить на его языке. Главная идея выставки, на его взгляд, это обращение к нашему общему православному византийскому наследию, на котором стоят так или иначе все православные культуры. Выставка показывает, как можно представить это наследие сегодня и что оно продолжает жить в наши дни. То, что здесь произошло, это произошло навсегда, на века, и мы попытались в контексте этого бесконечного православного мира сделать вот этот проект. Именно нам было важно, что вся страна это празднует. Был указ президента о том, чтобы максимально это событие осталось замеченным в стране. Лучше места не нашли. Херсонес абсолютно идеально, точное адресное попадание. И вот эта передвижная экспозиция, она как раз посвящена вот этой бесконечной тематике. Византия. Точка, но не конец. Ру преемница этого. И вот эта византия.ру для нас это важно. Мы живем этой идеей, мы ею оплодотворяемся как художники, питаемся этими бесконечными эстетическими духовными красотами. И вот здесь мы привезли срез такой живописной и пластической культуры, который, на наш взгляд, авторов, кураторов этого проекта, сегодня показывает, что российские художники владеют теми техниками, технологиями, понимают, что такое скрывается за словом духовность. И вот мы надеемся, что вот эти фрески, мозаики, скульптуры, видеоинсталляции, духовная музыка митрополита Илариона и фильмы Тихона Шевкунова, Архимандрита, то есть это все вместе создаст ту атмосферу, которую почувствуют севастопольцы, крымчане. То есть вот это все вместе, вот этот фестиваль плюс научная конференция, то есть здесь такой сгусток. То есть вот этой энергетики, вот этой информатики, которая здесь заложена сейчас, ее бы хватило на огромный музей в любой точке земного шара. То есть это на самом деле огромный фестиваль. Вот если смыслово его рассматривать, то он настолько широк в своем многообразии, что вы можете обращаться к этому бесконечно. И мы надеемся, что то, что мы сюда привезли, это будет той традицией, которую мы постараемся превратить или же в биеннале, или же в какие-то фестивали. И вот эту идею передвижного, проект называется «Научно-просветительский творческий форум». Вот этого просвещения, вот просвещения в хорошем смысле слова, не навязчивого, а подачи материала, о котором лучше знать, чем не знать, мы хотим, чтобы это у нас продолжалось, развивалось. Для меня это огромное событие, конечно. Меня тянуло сюда давно. И сначала сюда приехали мои работы, а потом вслед за ними, для того, чтобы удостовериться, что они здесь органично вошли в вот это потрясающее пространство, вот мы с женой приехали и не обманулись в ожиданиях. Это замечательное вообще событие, эпохальное для художников и вообще для истории, потому что это настолько значимо для русского человека, вот, и поэтому мне кажется, что каждый, кто сюда придет, он проникнется. Это настолько актуальная история. Вот казалось, что она где-то дремлет там в каких-то глубинах. Вдруг в наше время все как бы ожило, наполнилось смыслом. Основную цель этой по-настоящему масштабной выставки организаторы и кураторы сформулировали еще несколько лет назад. Создание нового пространства, открытого для диалога разных культур. В условиях секуляризации и разобщенности современного мира проект приобретает особую актуальность. Сейчас как бы и в Европе делается попытка подменить старую европейскую культуру, то есть вот эту культуру, основанную на синтезе христианства и античности, новыми, часто, скажем так, псевдоценностями. Но те люди, которые понимают, что это разрушительно для самой культуры, наши естественные союзники. Удивительная выставка. Я просто рад, что в таком сокровенном, замечательном городе Севастополе, в Херсонесе, вот эта выставка. Мне кажется, это будет большой подарок для всех, кто сюда приедет уже как бы вот на свое историческое, так сказать, место, где они получили вот это просвещение, которое как волна дошла снова до них.
Это чрезвычайно важно, поскольку такие выставки могут дать импульс к обновлению, реформированию современного православного искусства, искусства православного храма, где часто доминируют копии, а здесь разрабатываются пути поиска нового и обновления традиции в целом, поэтому это чрезвычайно важно для, для всей православной культуры. Можно даже, на его взгляд, говорить о ренессансе византийского наследия в современной эпохе. Здесь где-то процентов на 80 это вот мои выпускники, моложе, старше, совсем маленькие, но это действительно так. И в том, и в иконном отделе, и вот здесь, где представлено монументальное искусство. Выпускник Суриковки Николай Рындин – самый юный участник форума. Его монументальную работу «Распятие» академики не могли не заметить. Это моя дипломная работа в Суриковском институте, и Николай Мухин был на защите диплома. И после защиты он сказал, что он был бы рад увидеть эту работу здесь. Так что, можно сказать, по приглашению. Как человек я чувствую, что когда я хожу по развалинам, мне кажется, что вот я в каком-то отечном городе, когда смотришь на эти остатки мозаик, колодцев и следы от ног старых людей, которые жили раньше, это, конечно, поистине впечатляет. Это своего рода лаборатория, исследовательская лаборатория для будущего развития православного искусства. Здесь вырабатываются идеи, подходы, методологии тому, как можно как бы показывать и рассказывать вот эти великие традиционные образы и духовные ценности, которые мы все восприняли от Византии, в первую очередь через православие, но не только. И вообще осознать, в конце концов, кто мы, да? Осознать такую простую мысль, что мы византийские европейцы. И это основа для диалога и для всего, если хотите. Это основа для взаимопонимания и продолжения разговора на равных. Мне кажется, нужно современному художнику уметь совмещать старые традиции с каким-то своим индивидуальным видением. Как Дали говорил, не пытайся быть современным, увы, это единственное, чего тебе не избежать. То есть нужно совмещать старые традиции со своим индивидуальным видением. Это, вот, мне кажется, самое важное. Многочисленные гости, паломники, собравшиеся в эти дни в Херсонесе, первые лица республики, духовенство, администрация Севастополя, ученые, художники, писатели, вдохновляясь происходящим и увиденным, ни на минуту не забывали, что возвращение Херсонеса и государства и в политическом, а главное, в религиозно-смысловом плане есть не что иное, как воля к тому, что даровано Богом от начала.